Между тем, сирийская армия взяла под контроль 93% территории Алеппо. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской. По его словам, в результате успешного наступления военным удалось освободить 52 квартала восточной части города. Сейчас там идет разминирование социально значимых объектов. К этому времени взрывные устройства ликвидированы в двух школах, электроподстанции, комплексе водочистных сооружений, а также в двух мечетях. Тем временем сообщается, что из Алеппо добровольно вышли более 1000 боевиков. 953 из них амнистированы, в отношении остальных проводятся проверки.